А ми продовжуємо наш ефір, і поруч з нами вже є гість, у якого так гучно задзвонив телефон. Зайнятий гість. Зайнятий гість. І трошки повернувся до нас кадр. Це Валентин Бельський, підприємець, член організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів». І голова совету. І голова ради. Доброго ранку. Доброго. Як традиційно ми зустрічаємося з вами, говоримо на доволі складні, але цікаві підприємницькі теми. І сьогодні у нас тема «Розвивающиеся організації». Я перейду на російську мову і будемо говорити о цепочці цінностей, о примірі її створення для клієнтів організації. Для початку би хотілося об'яснити, що таке цепочка цінностей, щоб було зрозуміло. Наверное, треба почати з самого початку, що таке цінність для потребителя як такова. Наверное, это то, за что он готов платить деньги, и то ожидание, которое он рассчитывает получить взамен на товарообмен, так называемые деньги, продукт. А вот у меня встречный вопрос к вам. А как вы считаете, а какую ценность несет ваша передача? Ну, по-перше, наша передача, вона заряджает позитивом наших телеглядачів. То есть позитивные эмоции. Наша цінність, наші глядачі, от буквально щойно зателефонували, кажуть, ми вас дивимося, ви такі молодці. Це цінність, ми стараємося, вдосконалюємося. І дуже важливий путь усовершенствування. Да, на пути создания настоящих ценностей, понимание того, кто является настоящим потребителем, а кто является клиентом, который платит за те услуги или тот сервис, который оказывает одна из компаний. Потому что когда мы не можем определить для себя вот эти две как бы разные немножко вещи, то возникает определенная сложность в понимании, что же действительно мы несем, какой продукт, какую ценность мы хотим создать. Потому что, ну, например, для телерадиокомпании вроде бы как клиентом является телезритель на той стороне, но он-то навряд ли платит деньги за Конечно. То, чтобы смотреть вашу передачу. Таким образом, что создание истинных ценностей нужно вам умело определить. Одно дело – это потребитель, который в частности является, наверное, завязанным в цепи создания ценностей для тех, кто платит за ваш продукт. А кто платит за ваш продукт? Шановні наші телеглядачі, своїм інтерактивним. Скорее всего, они помогают и участвуют в создании так называемой партнерской ценности. Да. Да? Угу. Потому что, ну, все мы понимаем, что любая организация должна существовать, должна содержать свой штат, получать заработную плату. Таким образом, возможно, рекламодатели, возможно, бюджет, который частично содержит ваш телеканал, является вашим клиентом основным. И... Естественно, это так. Мы как госканал державный, то это есть наши начальники из державного бюджета. Тогда возникает вопрос, а как, например, мы можем в вашей передаче создать ценность для вашего потребителя, тот, который платит деньги за эфир? Оля, ты заметила, сегодня нас интервьюирует Валентин Анатольевич? Спонсорство, реклама своего рода. Ну, можливо, вы с нами поделитесь, как треба организовать работу для того, чтобы... Конечно. Собственно, являясь экспертом по модели совершенствования, я очень много уделяю внимания молодым предпринимателям, малому и среднему бизнесу, которые пытаются найти для себя ответы на многие вопросы. И в первую очередь мы делаем акцент на том, чтобы они понимали ценность своего продукта, своего настоящего клиента, своего потребителя. Ну, взять, например, мебель. Мебель покупают родители, детскую, но настоящим потребителем являются дети. Если мы сможем вложить потребительские ценности для ребенка, такие, чтобы она была яркая, развивающая, интересная, захватывающая, главное, безопасная, то, что важно для родителей, то мы сможем объединить вместе то, что важно тому, кто платит, и то, что важно тому, кто будет пользоваться. Таким образом, если говорить, например, о продукте таком, как реклама, за который, например, платит ваш спонсор или кто участвует в формировании телеканала, то очень важно понимать, чего именно он хочет добиться от этого. Скорее всего, приверженности какой-то своей торговой марке, да, или какому-то событию привлечь внимание. Каким образом можно это сделать в формате передачи, которая, например, является вашей утренней информационно-развлекательной, да, я так понимаю? Разрубить цікаву рекламу. Да, нужно сделать такой продукт, который был бы действительно развлекательным. Если вы пустите какую-то строчку... Ее могут даже не заметить, да? А если даже и заметят, то навряд ли отреагируют должным образом, потому что каждая передача, каждый блок на телеканале, он является нацеленным на какую-то аудиторию конкретную. То ли это информационный блок, то ли это политический, то ли это аналитика. Соответственно, группа зрителей собирается та, которая готова воспринимать информацию именно в той форме, в которой она для нее более удобна. Если это аналитическая передача, то очень важно делать рекламный блок в графиках, в цифрах. Если это передача утренняя,
кстати, восприятие людей с утра более нацелено на статистические, да, все-таки цифрами. Вечерние эфиры, они более эмоциональные. Здесь нужны яркие краски, какие-то экшены, события. Ну, контраргумент, кстати, в этом смысле очень хорошо может конкурировать, потому что когда там есть дискуссии, дебаты, активные споры, то это очень вовлекает. Такой, да. Да, именно поэтому вечерний эфир может быть классным. Так вот, если мы говорим о утренней передаче как развлекательной, да, то очень хорошо будут смотреться ролики, исполненные как песня. Ну, пускай это не звучит банально, возможно, исполненные коллективом, или, возможно, реклама каких-то развлекательных мероприятий, какой-то фестивалей, какие-то события городской жизни. Бачиш, Іринко, нам такі поради дають дуже цінні. Угу. Як провести наш наступний ефір? Ми до них долучимося, до ваших порад. Тобто в цьому є ця цепочка, так? Да? Да. Ну, например, цепочка создания ценностей. Ну, телефон мне пришлось выкинуть, потому что я не успел отключить. Но, например, какую ценность в последнее время создают компании, ну, например, по разработке телефонов? Они пытаются насытить ее различными программами. Да? И в чем преимущество, например, компании Apple? Потому что она отошла от продажи просто железа, как в свое время пытался это сделать Intel. Считаю, что дальше забота клиента ставить программы специализированные, покупать их отдельно, собирать в кучу, а это было большой проблемой, потому что многие софты друг с другом не стыковались, программы не могли работать корректно. Что сделал Apple? Он взял и собрал в одном месте определенный пакет и сделал комплексное предложение. Вы навели приклады світових компаний, а в Миколаеве есть такие приклады? Например, известная нам компания «Медицина для вас», фармацевты, сеть аптек. И дорогой член нашего клуба, Николаевского клуба директоров. Некоторые лекарства нельзя транспортировать без выполнения определенных режимов температурных. Что они сделают? Они осуществляют доставку в специальных сумках-холодильниках. Эти препараты на дом своему потребителю. Точно так же некоторые клиенты, например, не в состоянии приходить в аптеку вовремя. Они ведут специальную карточку и в свое время осуществляют доставку этих препаратов на дом своему потребителю. Mm-hmm. Еще, например, фармацевты активно работают с фармакологическими компаниями для разработки новых продуктов, потому что они видят быстро меняющуюся ситуацию, потребительский рынок. Например, сейчас, понятное дело, что рынок становится более нацелен на эконом-продукты, соответственно, нужно уменьшать дозировки определенных препаратов, нужно делать их более доступными. И цепочка прослеживается от фармакологии до фармацевтов, непосредственно людей, которые имеют какие-то заболевания. И очень важна связь с медицинскими учреждениями, в которых могут дать должную консультацию. Хотя в последнее время вы знаете, что фармацевты все больше берут на себя функции лечащих врачей. И это тренд, очень популярно в последнее время. И это тренд, который диктуют сами клиенты, потребители. Люди не хотят ходить, непонятно кому, как они считают, непонятно за что платить деньги. Они считают, что это, кстати, не только тренд, это и возможность большого доступа к информации. Развитие сети интернет, когда вы можете, по сути, получить консультацию от таких же граждан, жителей, как вы, возможно, столкнувшихся раньше с этой проблемой, и с этой консультацией прийти в аптеку, а там получить еще дополнительные какую-то информацию. Чтобы создать цепочку, должны быть совместные интересы и цели участников. Да. Давайте остановимся на этом вопросе более подробно. Можно на примере вашей компании. Ну, пример нашей компании может затянуться. Я вам скажу, например, пример из жизни. Ну, например, вы покупаете одежду. Чаще всего для того, чтобы купить одежду, вы берете с собой спутника. Не исключено, что это спутник в основном мужчин, потому что в большинстве своем мы хотим быть красивыми для противоположного пола. Очень редко магазины используют такую интересную вещь, как добавление ценности для того человека, который пришел с покупателя. И особенно это важно для тех, кто действительно платит. Ну, зачастую мужчины любят делать женщинам подарки в виде одежды. Да. Так вот, грамотные маркетинг, он создает условия и для мужчины в салоне. А что нужно для мужчины, который пришел и хочет побыстрее сдымить с этого для него тяжелого испытания? По статистике, мужчины проводят в магазинах в разы меньше времени, делают покупки быстро и решительно. А женщине нужно примерить, показать. Да, в этом суть женщины, да, повыбирать. Так вот, правильный, красивый диван.
возможно, какой-то экран с какими-то передачами. На что нравится больше всего смотреть мужчин? Ну, есть два варианта. То ли боевики, то ли на красивых женщин. Да, если в это время на экране будут идти показ мод, мужчина находится в мягком диване, а если ему еще предложат чашечку чая или кофе, то я уверен, что его кошелек опустеет где-то так на порядок более. А девушка будет, соответственно, более счастлива и уйдет с большим количеством покупок. Если учитывать такие, сказала бы, маленькие нюансы, да? Такие практичные порады. Это и есть создание и ценности для и понимания, кто является клиентом, кто является потребителем. Соответственно, кто платит за продукт, а кто будет его носить. Соответственно, для девушки. Что удобнее было бы всего видеть в салоне? Кроме, конечно, дополнительно классному сервису, когда за вами ухаживают, вам приносят новые и новые вещи, вас не заставляют вешать обратно на плечики померенные платья. Отличная примерочная, чего часто не хватает таких примерочных. Зеркало большого, красивого, чтобы рассмотреть себя. Элементарных крючков. Крючков, да. Надежной ширмы, ну и хотя бы немножко больше пространства, да? Да. А если бы зеркало еще было, соответственно, подобрано, чтобы оно вас странило, как это делают в грамотных гостиницах, потому что, когда мы приезжаем на отдых, мы почему-то кажемся друг другу гораздо красивее, а зеркала изогнуты таким образом, чтобы нас странить. Маленький такой трюк, но он заставляет нас быть счастливее и позволять себе отдаваться слабостям в потреблении пищи, особенно если это... Я еще куда, я съем еще конфетку. Да? Так, да, ви да, дуже цікаві приклади нам наводите, а ось на прикладі нашого телебачення, які, можливо, будуть совместні цели з нашими телеглядачами і нами. Дуже важливо вовлекати ваших телезрителей в процес і осуществления вещания, і в процес формування планування. Я вот не знаю, есть ли у вас группа в сети? Есть. Да. А пользуетесь ли вы в онлайн трансляциях информацией, которая поступает в виде вопросов? Есть онлайн трансляции. На вашу группу? Так, у нас на сайтах практически. На группу нет. На группу? На группу нет. Потому что, ну, видеть, например, в эфире дозвон по телефону, ну, такой, знаете, вопрос несколько архаичный. Сколько человек сейчас имеет телефоны, и кто умеет ими пользоваться, и кто будет набирать, нажимая на кнопки для звонков. А набрать вам, например, в Фейсбуке вопрос задать, да, или ответ на ваш вопрос, ну, было бы гораздо быстрее и эффективнее. Вы бы получали активнее, да, фидбэк, ответную информацию. Спасибо, так, мы будем усовершенствовать, да. Цю пораду і, скажімо, нашій Алі Жигадо, яка працює в такому ритмі в соцмережах. Укажемо по планшету, тепер потрібно в ефір. Валентин Бельський, я вам дякую за те, що ви до нас прийшли у студію. Цікава вийшла розмова. Змістовна, ми вас ще чекаємо. Приходіть, ми раді, коли ви до нас приходите. Отже, у нас був гостяк. Валентин Бельський, підприємець, член організації роботодавців, Миколаївський клуб директорів і голова ради. Спасибо вам, хорошого продуктивного дня і хорошого настроєння. Всім желаю прекрасного дня і замечательного окончання трудної робочої неділі. Спасибо, спасибо большое.